6 килограммов. Рефери в ринге Сергей Жемна. В красный угол приглашается Александр Майборода. Синий угол приглашается Александр Тян. Ну, Сашка, ой, сойдёт. Красного угла боец, которому 18 лет. Его рост 168 сантиметров, вес 56 килограммов. Его профессиональный рекорд 2 боя. Одна победа, одно поражение. Из Украины Александр Майборода. Его соперник в синем углу. Ему 17 лет, рост 166 сантиметров, вес 56 килограммов. Профессиональный рекорд 2 боя, 2 победы. Из России Александр Чан. Саня, красава! Бойцы на середину. Ну, шурики, вообще. Чё-то не хлопаю. Пожалуй, руку. Внимательно, по-моему, команда дает. Работаем по правилам на двух пайках, чтобы была хорошая. Первый раунд. Давай, Саня! Давай, Сашка! Александр. Левая печень. Вот, Саня. Хорошо. Работай. Неплохо, Саня. Ой, красавчик. Саш, красавчик. А что было? Оттяжка прямой, Саня. Вот, неплохо, Саня. На встречу встречаю его, да и все. О, Сань, красавчик. Продолжай, Сань. Саш, сам. Да хватит. Вот после этого, Сань. Ну, руками надо было зайти.
фуфло. Да, Сань. Левый дерни, правый боковой. О, красавчик, чуть повыше, Саш. О, Сань, неплохо. Красавчик. Шорик, молодец. Саш, ты его порвал. Мне мандр откупили. И вот следующий прям сразу, да? Ты говоришь, следующий сразу прям? Нет. Пойти на середину. Второй раунд. Давай, Санёк. Вот, неплохо, Саш. Оттяжка тут, Сань. Саш, не жмись. Спокойнее, Сань. Заднюю готовь. Ой, красный попал. Беда, он звонил. Сань, он давай, умер. Давай. Уже птички летают. Вон одна вылетела. Под левый боковой лови. О, красава, Саня. Левый лови, Саня, плывет. Да какой он не плывет. Ну ладно, отдыхает. Саш, ручками заходи на него и все. Левый вход, Сань. И он будет лежать на земле. Нет, поможешь, да? О, Сань! Вставляй жестче, Сань! Покажи ему воина! Саня, давай, вставляй! Саня, целись вправо! Саня, еще давай! Саш, это Спарта! Давай, Саня! Ой, убил его вообще! Саня, давай, заканчивай. Саш, давай! Кто там? Орел! Кого? Саня, давай! А то они уже на ваши клубы. Давай, Саня! Саня, блин, работай! Вот! Саня! Сейчас мы с тобой разобьем. Саша! 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 Саша в челюсть и все! Тян! Давай! Саня, тян! Давай в челюсть и хватит уже! Не боится, что я...
Бойцы на середину. Налили. Ну. Сашка, давай. Третий раунд. Пошло. Саня, сзади вставляй. Вот, вставляй. Саня, не стоит пробить. Вот! Сань, давай! Саня, руками! Саш, на руках! Саня, руками! Саня, руками! Саня, рукой и все! Саша, сам! Давай, Саш! Саня, оттяжка от лоу и руками. На голову надо! Саня, в челюсть правой! Еще в челюсть! В челюсть, Саня, все! Саша, давай! Саша, давай, а, ё-моё! О, давай! Вот, Саня! 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 Стой, Татьян! Не тяните! Саня, прямой! Вот так! Что хоть? О, три или четыре? Вот теперь вообще пару пиццы нахер надо, понял, да? Саш, ну что, колпак? Раз, два, три. Орел. Орел! 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 Вот, Саня, давай, лупить! Саня, правой давай! Зарели правую! Дян, ломай его! Дян, дай-ка ему в челюсть. Саня, руками колпаш! Саня, прямой, навстречу! Саша, надо встречать! И в челюсть желательно. Серж, ты зачем? Ты задрал всю челюсть. Хорошо, в голову. Вот! Саша, мужика, покажи! Ну или челюсть сломать. Саша, руками давай! Насрал. Саша, порубись с ним, ё-моё! Александр Ежиков. Второй рейтинговый поединок. Весовая категория до 56 килограммов. Единогласным решением судейской бригады со счетом 3-0 победу одержал Александр Мальчик.